Колишнього так званого міністра оборони ДНР, військового злочинця Ігоря Гіркіна, затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україну. Про це повідомляють новини Донбасу з посилання на російські телеграм-канали. За їхніми словами Гіркін справді намагався потрапити на фронт, але був затриманий в Криму. Антивоєнний канал Сіяч Вітру опублікував фото Гіркіна та його паспорта на ім'я Сергія Рунова, з яким цей покидьок намагався проїхати через Крим. Документ було видано у 2015 році. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. Поговорим сегодня с вами о том, как главком ЗСУ генерал Валерий Залужный проинформировал своих американских коллег о том, что в Украине разгромлена пятая часть российской армии. И это огромное достижение. Кстати, в газете «Выборчий в Польше» главное издание Польши вышло огромный материал о генерале Залужном с названием Валерий Залужный, первый атаман Украины. Американское влиятельное издание New York Times сообщило о том, что Украина смогла поменять стратегию в войне благодаря получению нового дальнобойного оружия. Ну а приснопамятный, и печально известный Игорь Стрелков-Гиркин пытался тайно по поддельным документам, слушайте, прямо как в романе Фенемора Купера, пробраться на фронт в Херсонскую область, но его задержали в оккупированном Крыму. Все это после воплей и соплей Игоря Стрелкова, который, напомню, постоянно любит оскорблять Шойгу, называет его фанерным маршалом и постоянно рассказывает о том, почему российская армия терпит поражение за поражением. Обо всем этом и другом, друзья, поговорим далее в этом видеообзоре, а начнем, как всегда, с подведения сводок российских военных потерь в Украине. Итак, общее количество уничтоженных российских оккупантов по состоянию на 14 августа достигло 43 550 человек, плюс 150 за сутки. Свыше 1000 оккупантов находятся в плену. Сбито 233 самолета.

15 кораблей и катеров потоплено и сбито 784 оперативно-тактических беспилотника или плюс 5 за минувшие сутки. Ну, безусловно, ключевое заявление вчера сделал главком ЗСУ генерал Валерий Залужный, о котором, как я уже сказал, написала ведущее издание Польши газета «Выборча». Он на первой полосе, ну, действительно, звезда мирового уровня. И все более и более мировые СМИ начинают говорить о феномене и сбройных сил Украины, и главкома Валерия Залужного, который обеспечивает результаты феноменальные в войне с некогда второй армией мира. Ну, по крайней мере, она так себя всегда декларировала, армия России. И сегодня стало известно о том, что Валерий Залужный пообщался со своим коллегой, коллегой, председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли и сообщил о том, что ЗСУ разгромили пятую часть подразделений российских войск, которые находятся на территории Украины. Цитата генерала. Во время сегодняшнего разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне. Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего, в живой силе. Пятая часть подразделений вооруженных сил РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Залужный также сообщил своему американскому коллеге о том, что боевые действия продолжаются на фронте протяженностью почти полторы тысячи километров, ну свыше 1300 километров. И обратился с помощью, за помощью к американцам о предоставлении дополнительных систем артиллерийского огня. Как мы видим в последнее время, эти системы активно поступают, поступают западные системы ПВО, и именно они обеспечивают сегодня эффективное огневое поражение. Кстати, вчера в результате эффективного поражения с силами Украины были окончательно добит уничтожен мост в Каховке, я об этом вчера рассказывал подробно в своем обзоре, и практически добиты два антоновских моста, их есть два, один автомобильный, а второй железнодорожный. И вся группировка оккупантов, находящаяся в Херсонской области на правом берегу Днепра, что есть правая, правобережная группировка, есть левобережная. Десантура, все, кто там находится, они, по сути, оказались в ловушке. Вчера наносились дополнительные поражения огневые врага, в том числе на территории юга, в Запорожской области, в частности, в Мелитополе. Это огневое поражение наносилось. Ну, одним словом, есть чем похвалиться. И это же отметила в своем ведущем редакционном материале издание номер один в мире New York Times, которое написала о том в материале о том, что Украина после получения западного дальнобойного оружия меняет фактически поменяла свою военную стратегию. С весны до лета вооруженные силы Украины подвергались обстрелам со стороны российских войск, российской артиллерии, особенно на Донбассе потеряя, медленно теряя позиции. Но, как пишет издание New York Times, в последние недели Украина изменила свою стратегию с помощью нового западного вооружения и преуспела на данный момент в замедлении продвижения России. Как пишут американские журналисты, наносятся удары в глубоком тылу врага, и украинцы тем самым истощают боевой потенциал России, замедляют продвижение на востоке и создают новое, Уязвимые места на южном направлении. В этой связи Нью-Йорк Таймс отмечает о том, что ЗСУ нанесли огневое поражение. Они так уже утверждают, что это уже факт. Хотя официально За отрицает свою причастность к взрывам в оккупированном Крыму, но Нью-Йорк Таймс говорит об этом уже как о факте о том, что были нанесены огневое поражение авиабазы в Новофедоровке в Крыму и подорвали мосты Херсонской области, что журналисты New York Times называют ювелирной уникальной военной операцией. Эта стратегия, как они пишут, дает хорошие результаты, хотя украинские военные пока не добились серьезного продвижения, им удалось, тем не менее, остановить наступление России по всей территории на данный момент и остановить тяжелые потери, которые Украина несла в последние месяцы. Что немаловажно в этой истории, э, отмечают американские журналисты, что все это должно обеспечить перелом хода войны на южном направлении, в частности в Херсонской области. Украинский путь, который с каждым днем становится все более очевидным, заключается в нанесении ударов, подрывающих способность Москвы поддерживать силы, развернутые ею на фронте, пишут журналисты издания Нью-Йорк Таймс. Это все вселяет огромная, на самом деле, надежда и это огромная, даже не реверанс и не авансы это реальная констатация фактов действий вооруженных сил Украины, которая, как мы видим, очень высоко оцениваются и журналистами, и экспертным сообществом, и разведкой. В том числе об этом регулярно сообщают нам британская разведка о том, что несмотря на попытки захватить Пески и за то, что оккупанты неоднократно уже Рассказывали, праздновали уже взятие песок. Пески так и не взяты. Враг тоже движется медленно, но с огромными потерями в направлении Бахмута. В результате этого продвижения враг понес колоссальные просто колоссальные потери в живой, в живой силе и в технике. І це означає только то, що це наступлення по суті вже видихся. Воно вже видихається і видихлась, і поэтому основний вектор війни переміщається медленно на юг. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.